Матч между футбольными клубами «Люберцы» и «Истра» состоялся на стадионе «Торпедо». Игра прошла в рамках первенства России среди команд третьего дивизиона сезона 2017. Ну, во-первых, пожелаю, чтобы и своим, и чужим, чтобы игра закончилась без травм. Вот, и так, удачи всем, особенно своим. Эта игра была очень важна для обоих футбольных клубов, ведь в турнирной таблице они шли практически бок о бок. Люберцы на 6-м месте, Истра на 7-м. Обе команды в этом матче на победу были настроены решительно. Я думаю, в стремлении к победе нет никаких суеверий. Надо идти, пока идется, бежать, пока бежится, и брать свое. На этот раз обе команды взяли свое поровну, сыграли в ничью. На 37-й минуте матча Филипп Демидов, футбольный клуб «Истра», забил гол в ворота противника. Ответный мяч от «Люберец» влетел в ворота соперника на 87-й минуте. Его забил Егор Ларионов. По итогам игры футбольный клуб «Истра» поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Люберцы» опустились на 9-е. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.